Но это знаменитая бразильская кайпириня. Кстати, это с маракуйей, но классическая с лаймом. Я бы все-таки рекомендовал пить именно с лаймом, потому что она классическая. Погода здесь меняется, мне кажется, так же, как и в Испании, очень быстро. Только что светило солнце, было дико жарко, и сейчас вдруг подул такой сильный ветер, что с пляжа, вот посмотрите, ушли все, ну не все, ладно, не все люди, не все ушли с пляжа люди. Но, тем не менее, очень много людей ушло, и пляж значительно поредел, по крайней мере, сейчас место, где я уже загораю. Открывается прекрасный вид на Атлантический океан. Честно сказать, 7 дней, наверное, ну, в моем случае было достаточно, но, в принципе, я бы еще много где побывал, потому что за 7 дней, где удалось побывать, там удалось. Конечно, хочется еще увидеть там многие места, а тут, поверьте, очень много, что можно посмотреть. Честно, я бы сюда вернулся и запланировал бы еще одно путешествие сюда, прям обязательно, в Бразилию, в Рио-де-Жанейро. Любуемся закатом. Кстати, сейчас не самое время, удобное и лучшее для заката, но тем не менее. Сейчас дует очень сильный ветер, и думаю, что меня, наверное, плохо слышно, я без микрофона пришел на пляж. Вот эта штука кайпириня, которая с лаймом. Вот это вот классическая кайпириня, здесь она стоит 25 реалов, это мы делим на 5,3 вообще на самом деле курс к евро сейчас на сегодняшний день. Ну, в общем, я делю на 5, получается около 5 евро. Кстати, Бразилия очень недорогая страна, здесь очень комфортно, очень дешево, очень дешевое такси. За 2 евро можно просто полгорода проехать, и это очень дешево. Потому что, например, в Каталонии проезд в автобусе стоит 2,40 для понимания того, что... А тут такси 2 евро. Просто вот, ну, чтобы понимать и сравнивать цены. Кстати, по-испански, ну, португальски немножечко есть слова похожие, но, конечно, это разные слова. И ждать, что здесь с вами заговорят по-английски, тоже не стоит. Вот, по-испански еще более-менее, хоть кто-то как-то пытается что-то изъясниться, то по-английски, конечно, сложнее. Возможно, совсем в туристических местах будут говорить по-английски, но здесь, на пляже, так точно вряд ли. В общем, Бразилия, тебе огромный лайк, я буду рад сюда вернуться вновь и вновь и, наверное, посетить уже. Следующая моя поездка, если бы была в Бразилию, то уже была бы немножечко другой, ну, например, пару дней в Рио-де-Жанейро. Вот видите, кайпириню предлагают. Ну вот, кстати, здесь на пляже очень много продают не только кайпириню, но и могут и наркотики, даже зарядки для телефона предлагают купить. Короче, не надо никуда далеко ходить, ни в какие магазины, ни в торговый центр, ни в супермаркет, а можно сюда прийти, отдохнуть, позагорать еще и прикупиться, пришопиться одежды. Эта поездка, мне кажется, вот прям правда была такая мана небесная того, чтобы выбраться куда-то, посмотреть другой мир, другой континент. Да, лететь долго, 10 часов нужно было, причем лететь из Барселоны до Лиссабона, из Лиссабона потом сюда, но на самом деле это того стоило. Ну, на самом деле, да, действительно, я бы, конечно, в следующую свою поездку поехал уже в Аргентину, сюда, на этот же континент я хочу поехать. Я очень долго хотел увидеть океан, да, я его видел в Бильбао, но, тем не менее, здесь это другой океан, здесь это другая жизнь, здесь сейчас лето, там, на европейском континенте зима. Это очень круто, конечно, попасть. Вот, и я сюда прилетел, билеты стоили 500, ну, я не помню, что точно, около 500 евро туда-обратно. Причем из Барселоны, я уже понимаю, Барселона, Лиссабон, Рио-де-Жанейро, и билеты стоили около 500 евро, причем 2 раза на борту кормили, перелет 10 часов, но когда до Лиссабона летели, там ничем не кормили. Авиакомпания TAP Portugal, и ну, это очень хорошая авиакомпания, мне очень все понравилось, и я тоже рекомендую, это не на правах рекламы и так далее, это просто мои эмоции от того, что я сюда добрался. Первый день, конечно, было очень тяжело, потому что я прилетел такой уставший, я не спал сутки, я проснулся в 4 утра, перелет, самолет был поздно вечером, это было, конечно, тяжело, но тем не менее. Сейчас, кстати, все экскурсии, которые удалось посетить, полетать на вертолете, попробовать кайпириню. Короче, если вы собираетесь лететь в Бразилию и боитесь, или, не знаю, там, чего-то вас напрягает и так далее, не стесняйтесь, покупайте билеты и летите в Бразилию. Кстати, Бразилия единственная страна, которая здесь, в Латинской Америке, здесь, на этом континенте, Южной Америке, говорит на португальском языке. Все остальные страны, конечно, говорят на испанском. Вот. Но, тем не менее, здесь за счет того, что очень много латиносов, испаноговорящих, они немножечко понимают и говорят по-испански. Но в отеле так точно с вами будут говорить либо по-английски,
говорю по-испански. Я остановился в сетевом отеле от холдинга Accor. Здесь на Копакабане билет, проживание тоже очень недорогое, очень комфортное. Завтраки, конечно, меня не очень устраивают, но тем не менее, все очень круто, все очень классно, все очень комфортно, все очень душевно. Но Бразилия оставила только такие, знаете, эмоции, воодушевление, что ли. Вот, поэтому огромный лайк. От вас я тоже жду лайков, подписки, вопросы свои задавайте. Конечно, ну, про Бразилию, ну, возможно, я вам что-то могу подсказать, рассказать, вот. Но, по большей части, наверное, про Испанию, конечно, я вам могу что-то подсказать и рассказать. Бразильцы очень добродушные, очень открытые. Даже вот я в такси разговаривал, он говорит, я не бразилец, я кариоки. Местные жители называют кариоки. Он говорит, кариоки, говорите кариоки. Вот, кариоки. Они очень открытые, добродушные люди. Вот. Ну, если, естественно, не заруливать фавелы, там, конечно, еще можно и в рабство попасть. Я вчера в такси вообще подумал, что везут уже в рабство, потому что таксист куда-то свернул, поехал в другую сторону, не понять чего. Но он довез, он там срезал путь и довез очень быстро до отеля. А я уже там начал думать, о, какой контент сейчас. Сейчас меня возьмут в рабство, буду работать на плантации, выращивать, собирать какао, кофе и так далее. Народ потихоньку расходится, кстати, без предостережений. Вечером на пляже, конечно, лучше не находиться. Экскурсии заранее смотреть, то, что вы хотите делать в Бразилии, а не так, что вот экспромтом приехали, смотрите и гуляете. Нет. Нет, конечно, лучше все заранее простраивать. У меня не было времени, я очень долго работал. Я в последний день перед отлетом, я даже вот буквально за несколько часов до аэропорта я сидел и дорабатывал последние минуты. У меня даже были моменты, когда я работал здесь, находясь в отпуске. Вот, но тем не менее, я очень хорошо отдохнул, я очень благодарен Бразилии, что я мог выдохнуть впервые за долгое время. Я просто выдохнул, я не думал сильно о работе. Да, мне пришлось там работать, кстати, но тем, как бы, работал я там не так долго, буквально там некоторые, там, не знаю, час в день, да, например. В общем, все, всем хорошего дня. Адьос, буэнос ночес, пока-пока.